На скамье подсудимых полицейские, проработавшие в правоохранительных органах не один десяток лет. Теперь они сами в шаге от тюремного заключения. Заместитель начальника Сузакского РУВД и его подчиненный, руководитель отделения криминальной полиции, обвиняются в коррупционном преступлении. Суд признал Накыбекова Бахаджана виновным по статье 177 «Мошенничество» и 312 Уголовного кодекса. Искандирова Тугельбая суд также признал виновным. По вышеназванным статьям в совокупности назначить наказание подсудимым в виде лишения свободы на 7 лет и 6 месяцев с конфискацией имущества и лишением воинских званий. Офицеры полиции были задержаны осенью прошлого года при получении 20 тысяч долларов. За эту сумму они обещали решить вопрос по уголовному делу, связанному с кражей черного золота с нефтепровода Павлодар-Шымкент. После оглашения приговора подсудимые заявили о своей невиновности. Мы хотели раскрыть это дело, но вместо этого нас подставили и посадили. Обвинили в том, чего мы не совершали. Приговор суда еще не вступил в законную силу. По всей видимости, экс-полицейский будет обжаловать его в апелляционном порядке.